Здравствуйте! Сегодня мы идем на привоз за покупками. Будем делать базар, как говорят у нас в Одессе. И будем что-то готовить вкусное. Рыбка у нас такая вот. Я мороженое, а вот хек. Хек у нас хек. 74 гривны. Может быть, возьмем хек. Так что, наверное, хочу взять хек. Хорошая. Возьмем, сегодня пожарим, сделаем томатики. А вот наша рыбачка Соня. Вот она с кошечкой. Кошечка рыбку любит. Мы тоже любим рыбку, поэтому пришли в этот корпус. Много разной рыбы, копченой и свежей, и мороженой. Мы идем в отдел овощей. Здесь специи. Дальше у нас овощи. Мед продается. Красота. Клубника, малина. Хочу малина. Спасибо. Девушка, а что вы там фотографировать? А? Нет, вы не попали. Вы не попали. Вот такой у нас выбор здесь. Перцы, баклажаны. Огурцы, помидоры. Огурцы у нас 10 гривен, помидоры 12. Мы сейчас в мясомолочном корпусе. И сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Вот курятина, колбасы. А я хочу посмотреть творог. Сейчас мы посмотрим творог. Хочу. Чик.
чем творог? 70 и 50. Это домашний, печной. Печной тоже. Продайте. С другой. А чем творог? 70. Я хочу сейчас взять сулугуни и лаваши. Лаваши я люблю кукуруз, кукурузные муки. Такие. И листа 13 гривен. Вот мы сейчас их и купим. И сулугуни возьмем. И будут у нас сулугуни в лаваше. Так, брынзочка, брынзочка, сыр фета, сулугуни по 130 гривен я уже купила, лаваши 3 листика по 13, так что будут у нас сулугуни в лаваше. Покупки сделаны. Идем готовить еду.